Добрый вечер. И после небольшого этого перерыва мы вновь говорим о нашем городском хозяйстве, подводим итоги и говорим о самых важных позициях и вещах, что касается городского хозяйства. Первое, о чем бы хотел сказать и напомнить, мы уже говорили, что мы собираемся высадить 1000 белых акаций этой осенью в нашем городе. И вот хочу отметить, что уже эта акция началась. В городе мы садим первые акации. И в эту субботу, на этой неделе, намечена большая акция в Парке Победы. Мы высадим большое это количество акаций, это порядка 150 единиц в Парке Победы. И в дальнейшем по городу, наверное, многие заметили, готовятся сейчас это лунки по таким улицам, как Софийская, по Екатерининской, где в дальнейшем будут высажены саженцы белых акаций. Также помимо этого сейчас ведется активная работа по подготовке к осенне-зимнему сезону, вернее к зимнему, так как мы находимся как раз в середине осени. Уже законсервированы практически все фонтаны, остался только один возле оперного театра, который мы также законсервируем и подготовим к зиме через неделю. То есть вот это последние выходные на этой неделе, когда в Одессе будут в этом году это работать фонтан возле оперного театра. Если говорить уже о этой подготовке к зиме, также хотелось бы сказать, что к зиме мы готовы, а в первую очередь к отопительному сезону. И зима не настанет в Одессе неожиданно. То есть, все испытания гидравлические, которые предусмотрены регламентом нашей КПТГО, выполнила. Все котельные, все сети готовы на 100%. Договор на поставку газа заключен, то есть фактически мы уже готовы начинать отопительный сезон, но сейчас достаточно высокая температура, в этом нет необходимости, поэтому мы ждем либо понижения температуры ниже 8 градусов суточной, ну либо мы рассчитываем на начало отопительного сезона с 1 ноября. Также хотелось бы сказать, опять-таки мы уже говорили об этом, но сейчас осенью мы ведем, особенно в октябре и на ноябрь месяц, запланированы большие работы по установке в городе экобоксов и подземных контейнеров. То есть там, где есть возможность, в центре города на фасадах мы устанавливаем подземные контейнера, где наши сети этой коммуникации не дают такой возможности, мы ставим экобоксы. Наша задача, хочу напомнить, чтобы на фасадных улицах города нигде не осталось старых грязных мусорных контейнеров. То есть на фасадах будут либо экобоксы, либо подземные мусорные контейнера. Сейчас это достаточно активная работа ведется в центре города. Также мы подготовили локации по улице Богдана Хмельницкого. Все контейнера, которые там стоят на фасадах, мы разместим в экобоксах. И в дальнейшем, опять-таки, по всем фасадным улицам будут установлены либо подземные контейнера, либо экобокс. На этом на сегодня из новостей, наверное, все. Как всегда, видимся через неделю и говорим о самых основных вопросах, которые касаются городского хозяйства.